Здрасте, Татьяна. Здрасте. Здрасте. Заходите. Здрасте. 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 Иди сюда. А этот что, занимается? Сейчас Ирена в Одессе, и он не занимается из-за этого. Уроки прекращаются, когда... Когда сирена, да. Каждые 9 часов. Меня зовут Татьяна. Мы приехали сюда, так как началась у нас в Одессе война. Приехали сразу сюда. И нас тут приютили, и все было хорошо. И кормят хорошо, и относятся хорошо, и люди тут хорошие. И на работу пошли сюда. Рядом, прямо здесь рядом. И началась война. Вот и все, вот эти нервы, что я не смогу детей защитить. Естественно, вы же понимаете, когда сирены, когда взрывы, а ты же психуешь, закрываешь детей, ложитесь на пол, ракеты летят. Это ужасно, честно. От этого ухудшилось состояние здоровья. И все. Позвонила в Кейстен Молдова. Я говорю, что вы мне посоветуете? Дона Елизавета с организацией Кейстен помогла мне с врачом, который мне назначил курс лечения. И помогла мне еще потом с таблетками, которые он назначил. То есть закупили все материалы, все эти вот препараты. На фоне этого всего у меня ухудшилось зрение. И Кейстен Молдова помогла мне с окулистом, офтальмологом. Поехала к врачу, вот, и они мне подобрали другие очки. Шалсы, шалпты, опт, нова, зайчи. Ну, видишь? Молодец. Я, конечно, продолжаю лечение и надеюсь, что все будет хорошо, что будет еще лучше. Спасибо вам большое за все. Пока выхода не вижу. Хочу, чтобы она закончилась, вернуться домой. Вот и все. Когда эта война закончится, я не знаю. До следующего раза звоните, если что. Мы вам желаем здоровья и всех благ. Спасибо вам огромное. Будьте здоровы. Да. Спасибо огромное за все. Как дела? Мы пришли в гости. Все здорово, рада вас увидеть. Пришли проведать, заодно спросить, как... Уже вижу здоровые, да? Меня зовут Алина, я мама троих детей из Украины. Приехали сюда 18 октября этого года. Я познакомилась здесь с волонтерщицей. Она нам подсказала про вашу организацию Кейстен. Мы очень благодарны, что нам оказали первую помощь. И особенно дети тогда были больные. Нас проконсультировали, писали рецепт лекарства и привезли сразу. И мы через 3-4 дня мои дети выздоровели. И очень благодарны мы. Да, очень да. Поправились и стали более бодрыми. Кроме лекарства мы получали еще витамины для повышения иммунитета детей, для развития. Они очень ценные и очень дорогие. И очень нам помогают. Хочу, чтобы мои дети были в безопасности. Детство ихнее, чтобы было радостное, а не печальное. Благодаря Кейстен мы получили памперсы. Береги детей и себя. Спасибо. Хорошо. Всех благ. До свидания. Все, до свидания. Хорошего дня. Спасибо. Доброго. Меня зовут Габриэла. Ам чес пшань. Сон ди бульвака нининой. Дин 1 септембре ам ажунс аич ла школа персонала Губуеч. Профессия кофетар. Кын авем 6 ани. Ам спус ю ну вот буника. Дупа аста у спус ласка са нучим ла видери лекшнал. Ной ням дус шо медику спус ка видери фартира. Ню кумпарат окелар, пентру ка и видерия ме фарти слабо. Дак рискот, ни ам парк вед бъд марунцел. Sau nu le văd deloc. Gabi vine din Bulboaca, a fost crescută de bunica. Acum a finisat o școală auxiliară. Îmi pare bine că am putut să o ajutăm pe Gabi să aibă o pereche de ochelari mai buni, cu un aspect mai estetic, mai ales faptul că singur a putut să-și aleagă. M-a întrebat dacă vreau o pereche de ochelari noi nouți, pentru că ești foarte stricat. Sport așa cu scoci nu-i prea frumos. Prima dată am vrut fix ochelari de ăștia, dar erau mai subțiri. Și medicii spuneau că ești ochelari așa și mai super pe fața mea. Am luat, le dam ochelari. Pentru că îmi plac. Colegii spun că ăștia sunt super pe mine, dar ăștia cu scoci
Teleport cu astea scoci foarte urât sunt. A fost un proces foarte interesant pentru Gabi. A învățat niște lucruri. Chiar a fost un proces destul de îndelungat pentru că a lucrat cu medicul care de fapt ea a făcut toate investigațiile. Și eu cred că Gabi este o norocoasă că a fost în acest proiect.